Российском государственном архиве кинофотодокументов хранится фильм, который после создания сразу был положен на полку. Снят он был в 1963 году, в конце хрущевской оттепели. Но этот фильм никогда не имел проката. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, я пригласил специалиста по истории церкви и религии. Кирилл Вах, издатель, публицист, специалист по истории религии. Виктор Баталин, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Виктор. Фильм большой для документального фильма. Все-таки 6 частей – это вот для обычного зрителя, это час. И я хочу, чтобы вы мне помогли его атрибутировать. Давайте попробуем. Это Алексей Симанский, святейший патриарх Алексий I, патриарх Московский всей Руси. Это его резиденция? Да, это его резиденция в Чистом переулке. То есть в Москве. При этом обратите внимание, что характерно, вот примета эпохи. Да, хорошо, что вы остановили. Видите, нет икон. Единственную икону мы видим, стоит на столе у святейшего. Чтобы не выделяться из общего, из общей идеологической канвы вот той эпохи. За святейшим мы видим только портреты. Кто там есть, собственно говоря? Это святейший патриарх Тихон. Патриарх Сергий Старогородский и митрополит Филарет Московский, который, да, центральный, который был, ну, своего рода таким нравственным и духовным образцом для патриарха. Мы видим здесь еще, вот если остановить сейчас кадр, видите, единственным таким вот обращенным к зрителю свидетельством о христианстве является крест на клобуке у патриарха. Это бриллиантовый крест. А после революции такие синод российской церкви принял решение о том, что каждый епископ имеет право носить такой крест на митре. А это клобук, мы видим, это такая домашняя, как бы, домашняя одежда патриарха. То есть это головной убор, это клобук. Да. А почему фильм называется «Золотой юбилей»? А, ну, потому что в 1913 году святейший патриарх был рукоположен во епископа, и, соответственно, в 1963 году исполнилось 50 лет его архиерейского служения. Патриарх Алексей I, в миру Сергей Владимирович Симанский, патриарх Московский всея Руси с 1945 года, занимал патриарший престол более 25 лет, дольше всех в истории русской церкви. По случаю полувекового юбилея архиерейского служения Алексея I, высшее руководство СССР решило провести в стране торжественное мероприятие с участием представителей различных мировых конфессий. Юбилей проходил в Москве с 14 по 21 июля. И вы знаете, это по-своему было тоже выдающееся международное событие, потому что были приглашены представители всех крупнейших христианских каких-то вот собраний, объединений, церквей, которые только существовали в мире. Вот мы видим вот, члены делегации, да, это как раз представитель Вселенского патриарха, митрополит Калинник. Вселенский, это какой патриархат? Вселенский патриархат – это Константинопольский патриархат, который является для православных церквей, ну, как бы старейшим или важнейшим по своему статусу, первым в списке. А это еще один первосвятитель – это патриарх Антиохийский, Феодосий VI. Вот тут очень важно, кто его встречает, вот мы видим. Это митрополит ленинградский и ладожский Пимен, будущий патриарх московский всея Руси. 70-го года. А вот это будущий патриарх Алексий II. Епископ Таллинский и Эстонский, временно управляющий в тот момент еще и Рижской епархией. А вот это вот представители Совета по делам Русской Православной Церкви.
Если мы вернем чуть-чуть назад, мы видим, что это Ту-104. Вот я хотел сказать, что это свидетельствует о том, что эти делегации в основном привозила российская сторона, гоняла свои самолеты. Это... И оплачивала. И оплачивала, совершенно верно. Русская православная церковь это не могла сделать. Это делало правительство, правительство СССР. Самолет Ту-104 – советский пассажирский авиалайнер. Регулярные рейсы начал совершать в 1956 году. В июле 1963 года по указанию правительства СССР компания «Аэрофлот» для доставки в Москву участников юбилейных мероприятий совершила на данном типе самолета более 40 рейсов, в том числе 22 международных. Это доктор Лесли Кук, представитель Всемирного совета церквей, куда только что вошла Россия, вошла Русская православная церковь. Причем Русская православная церковь вошла туда в 60-м году по настоянию правительства СССР. А это что за уборы головные? Это вообще удивительный, значит, удивительный кадр. Это представители древней Малабарской церкви, так называемой. Это, Малабарская? Да, церковь, которую мало кто знает. Это... Христианская церковь Индии, которая была основана по преданию апостолом Фомой. Ну и традиционная первая экскурсия по Москве. Это, конечно, Кремль. Да, конечно. Святыня, оставшаяся святыней, слава богу. И если бы вот остановим в любом моменте здесь, ну так, чтобы увидеть лица людей, вот, ну, где, можно отмотать назад. Видите, насколько насторожные, они не понимают, что происходит. Потому что 63-й год – это, да, особенно вот на это год, когда бушует в прессе антирелигиозная кампания. И тут по Красной площади, в сердце российского государства, советского государства, идут какие-то люди с крестами, толпой, фактически, их никто не останавливает, и не сажает, и не оплевывает. Граждане находятся, конечно, в непонятной немножко ситуации, потому что работа церкви с государством шла не... заметно для остальных, для остальных людей. Да, для всех остальных как раз оттепель Хрущева знаменита ледяной совершенно зимой в отношении с церковью. Вот посмотрите, видите, вот идут в общем, архиереи, представители церквей, ни у кого даже в голову не приходит там, не то чтобы благословение взять, но они почти натыкаются на них. А вот человек, которого мы видим, идет в белом костюме, и там второй еще, это охрана, современная ФСО. Видите, как люди проходят, наталкиваясь фактически на архиереев, то есть подчеркнуто неуважительно. А это другой символ СССР, ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Ну, не зря, наверное, сюда поведут предстоятелей. Знаменитый советский проект ледокола, наверное, «Ленин». Он уже построен к этому, моменту, да. Механические руки для работы с радиоактивными частицами. Ну, тут интересные люди, вон какой наряд. Да, совершенно верно. Я сначала подумал, что это Кавас патриарший, но, судя по его поведению, это, конечно, не Кавас. Это представитель какой-то из организаций, видимо, той же самой сирийской антиохийской церкви, раз он ходит вместе с антиохийским патриархом. Но это не его Кавас, разумеется. А Кавас что это? Это своего рода охрана, да. Но со временем это стало как бы признаком почета. Кавас. Почетный стражник в странах Ближнего Востока, облеченный низшей полицейской властью. Обычно Кавас представлялся к важным персонам, дипломатам, в том числе к представителям высшего духовенства. По сути, телохранитель и блюститель протокола. Но Кавас имел право бить палкой по голове любого, то есть он стоял вот в таком неприкосновенном, что ли, положении, а его никто не мог ударить. Только что открытая Бородинская панорама. С
150-летию. И тоже как гордость, да, в 12-м году, год назад. Отлично, да. А, кстати сказать, вот мы еще можем обратить внимание, это грузинский патриарх Ефрем II. Ну, вот это, да? Да, да. Совершенно верно. Значит, патриарх носит куколь. Куколь может быть, вот мы видели черный, у, такой домашний как бы, головной убор у московского патриарха. А у грузинских и у армянских патриархов такой коносообразный куколь. Это не капюшон, он снимается, и человек остается при этом в платье. Но вообще эта одежда идет, конечно, она перешла от монашествующих. Когда человеку нужно было снять капюшон, чтобы не держать его в руках, они, куколь вот этот, они подвязывали на груди его, а поэтому у патриаршего куколя вот два спадающих сюда хвостика таких, и один назад уходящий. Вот. Понятно, что это сейчас не так используется, но исторически это принадлежность монашествующих, в первую очередь. Ну, осмотр и рассказ только что обученных специалистов наших, экскурсоводов о Бородинском сражении. И понятно, что, наверное, это вызывало в тот момент удивление. Я, честно говоря, даже не знаю, были ли еще подобные проекты где-нибудь в мире. Круговая панорама, да, это уникальная картина. Давайте понимаете, какой кортеж роскошный. А насколько я понимаю, да, это кольцевая дорога до реконструкции ее Лужкова. Только что построили, ее же в 61-м году, всего ничего. Верно. По-моему, она еще даже, вот если бетонные я не ошибаюсь, плиты, бетонная. Да, да, совершенно это бетонная. Это потом ее заасфальтировали. Да, ну вот в таком виде, только с асфальтом, она просуществовала до конца 80-х годов. Мы ее уже называли «Дорога смерти». Троица Сергиева Лавра, открытая по приказу Сталина, резиденция патриарха, духовный центр Русской Православной Церкви на тот момент и сегодня это так. И ух ты, посмотрите, насколько отличается публика здесь от московской. Это абсолютно православный народ. То есть такое впечатление, что советская власть осталась за стенами монастыря. Да. Тут торжественный вход. Причем, заметьте, не въезд, как теперь принято в Лавру на личных автомобилях. Это рака с мощами Сергия Радонежского. И я так понимаю, что если сейчас пустим, то, наверное, поскольку открыто окошечко, да, это поклонение мощам. Мощи преподобного Сергия Радонежского. Главная святыня Троицы Сергиевой Лавры. Монах Сергий Радонежский почитается Русской Православной Церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли русской. Через 30 лет после смерти монаха его мощи были обнаружены или по-другому обретены нетленными и стали православной реликвией. Хранятся в раке, в специальном ковчеге. Ну вот святейший, будущий святейший патриарх Алексий ждет очереди перед католическим епископом. А, да, да, да. Да, да. Ну, надо сказать, что это, конечно, очень ценные кадры, потому что это церковь Академии, академический храм в Троице Сергиевой Лавре. Там, мы знаем, что там существует академия и семинария, которая юридически отделена от монастыря. И вот в этом храме происходили торжества по случаю вот празднования юбилея. Мы вот видим как раз всю делегацию, видимо, которая... Ну и юбиляра, наконец-то мы видим. После, да. После первых кадров теперь мы видим юбилей. А это как раз и есть патриарший убор. Да, это и есть тот самый патриарший убор. Вот на куколе патриаршем нашиты херувимы, только у патриарха они изображаются, у остальных... Вот это? Да. Крест. Это херувимы как знак того, что он ближе всех к Богу. А это награды или что? Нет, это панагия. Это так называемая панагия или всесвятое в переводе с греческого.
панагия. В православии небольшая икона с изображением Богоматери является знаком архиерейского достоинства, носится епископами на груди. Есть панагии с изображениями Троицы, распятия, вознесения. Панагии нередко представляли собой выдающиеся произведения мелкой пластики, исполненные из чеканенного металла, а также из слоновой кости, дерева, мягких пород камня. В повседневной жизни они, правда, носят одну, это разрешено, но на каких-то официальных вещах, когда они служат, они носят две панагии, как правило, с изображением Христа и Богородицы, ну и с крестом, третий крест еще. Вот если мы... В своем роде знак отличия. Это знак высшего как бы, да, духовенства в восточной, как правило, церкви. Вот митрополит, он носит одну панагию. Митрополит Пимен читает сейчас... Это что, какой-то церковный орден? А это церковная награда, конечно. По протоколу положено было выступление, наверное, с речью о жизненном пути юбиляра. И, скорее всего, вот они слушают сейчас эту речь. Вот мы видим, что святейший так, в общем, немножечко... Да-да, не на своем... А, это речной вокзал, кстати сказать. И, ну, я могу ошибаться, но это пароход Максим Горький, скорее всего. Личный пароход Сталина, созданный по совершенно особой технологии. У него в основу положен такой корпус подводной лодки. Теплоход «Максим Горький» построен в 1933 году на верфях «Красное Сормово». Создавался на основе проекта военно-технического отдела НКВД с использованием корпуса и энергетической установки подводной лодки серии «Декабрист». В настоящее время теплоход находится в прекрасном состоянии и является действующим памятником отечественному судостроению. Наверное... Это был правильный шаг собрать всех на пароходе, что там люди, с одной стороны, могли пообщаться, а с другой стороны, их как-то изолировали, в общем, они плавут. Там составлялось коммюнике международное, как раз... Да, Максим Горький. Максим Горький. Там составлялось коммюнике международное, принятое вот этими главами церквей, что, кстати, вот очень важно. И оно было потом опубликовано. Это... Но оно касалось вот этих советских инициатив по разоружению. В основном церковь, вся христианская церковь, представители всех церквей поддерживают советское правительство. Это было очень важно. Это Таллин, но это как бы место, дом следующего патриарха, это место, где служил Алексей, будущий патриарх Алексей II, епископ Таллинский, собор Александра Невского, построенный, кстати, в память спасения Александра III, его власти собирались взорвать, отстояла общественность, но и церковь тоже за это вступилась. Это Домский собор Таллина, протестантский, достаточно старый. Вот это церковь Николая Чудотворца, тоже такая старая православная церковь, знаменита тем, что под алтарем похоронен Арсений Мациевич. Андрей Враль, как называла его императрица Екатерина II, по приказу которой он был заточен здесь в Риге и умер в заточении, Русская Православная Церковь причислила его к лику святых. А это Казанская, деревянная Казанская церковь, она называется Казанская по Казанской иконе Божьей Матери, потому что это тот самый образ, который был списан с Казанской, чудотворной Казанской иконы, которая хранилась в Петербурге. Деревянный храм, в нем служил отец Алексея II. Умер в 60-м, то есть за 2 года до этого он умер. Знаменит еще большим садом вокруг себя. Этот сад был уничтожен попозже, в конце 60-х годов, когда тут улицу прокладывали. Монастырь Святой Бригитты в Таллине известен тем, что здесь снимался фильм «Город мастеров» позднее уже. Монастырь Святой Бригитты
в Таллине, основан в 1407 году при поддержке трех местных купцов, впоследствии поселившихся в обители. Не просуществовал и двух веков. Он был разрушен в 1577 году во время Ливонской войны. За века запустения все хозяйственные постройки были разобраны на строительные материалы, и стоять остался лишь прямоугольник церковных стен. Но разрушен был в 16 веке, советская власть к этому отношения никакого не имела. Да, совершенно верно. По-моему, сейчас там возрождается церковная жизнь. Вот этот собор, конечно, остается в руинах, ну, в таком законсервированном состоянии, а к нему пристроено такое небольшое современное здание, где живет около 8 бригитток, монахинь католических, из ордена Святой Бригитты. Таллин же был такой советской заграницей, как бы, советской Европы. И тоже как бы символично, что сюда привезли гостей. Это своего рода такое вот сплетение. Мы не Азия, мы Европа. У нас все есть. Это, как ни странно, вот этот фильм всегда подчеркивает одну идею, что советское государство ничуть не хуже всех остальных. А это торжественная литургия в Елоховском соборе, Патриаршем Богоявленском соборе города Москвы. Возглавляет ее святейший патриарх Алексий в сослужении с иерархами, предстоятелями других церквей. Молятся и служат вместе только представители православных церквей. Ни с кем другим по канонам он не может служить вместе. И обратите внимание, видите, здесь посохи у патриарха Алексия, он загнут немножко вниз, а у многих он загнут вверх. Форма, в общем-то, одна и та же. Это форма якоря. Якорь – это символ церкви, один из древнейших символов церкви. То, что держит, как бы, ну, символ постоянства или того, что удерживает человека с Богом. Поэтому вот посох несет определенную символику очень часто. Ведь у католиков посох там пастушище, то есть с завитками. Вообще любой посох – это посох человека, который странник, раз, и пастуха – это два. И пастырь церкви – это тот, кто пасет. Посох – первое значение – это, конечно, пастыря. Но он наделен дополнительными символическими вещами. Плюс вот этот изогнутый вариант посоха, он как бы еще и крестом является. Вот. Выгнутый сюда – это процветший крест. То есть здесь есть много семантики. Ну, мы видим народ, вот та самая христианская Москва, православная Москва, вот в церкви она преображается. Вот вы сказали, ведут службу только православные. И действительно, вот смотрите, католики и так далее стоят и не принимают участие. И вот этот митрополит гор ливанских, Илья Карам, тоже стоит, потому не что... Не по чину. Потому что его не взяли. Совершенно верно. Вот с ним есть как бы много историй и вопросов. Вот он такой больше легендарный, что ли, вот он стоит. Легендарный персонаж, но за ним закрепилось со времен Сталина еще такое название «Большой друг советского государства». Митрополит Илия. В миру Салим Насиф Харам, епископ Антиохийской церкви. С 1935 года митрополит гор Ливанских. Факты биографии, подтвержденные документально, крайне скудны. В ходе Второй мировой войны неожиданно поддержал Московскую патриархию и немало способствовал созданию имиджа СССР как страны, где никогда не было и не могло быть религиозных гонений. Он свое положение на Востоке имеет благодаря тому, что... И приезжает сюда с патриархом благодаря тому, что он здесь имеет вес. Но в целом можно сказать, что вот этот юбилей, он был очень нужен православной церкви, потому что, во-первых, это, конечно, конец гонений Хрущева. Это возможность была для церкви продемонстрировать советскому правительству в основном свои возможности. И она их продемонстрировала в полном объеме. Как бы она договорилась с новой властью о том, что мы занимаем свое место, и мы полезны. И при этом не отступая от своего
ну, как бы канонического значения, несмотря на то, что атеистическая пропаганда... Почему, собственно говоря, обрушилось все при Хрущеве так? Потому что Сталин же выступал всегда от линии, от лица советского государства, а Хрущев вынужден был опираться на ЦК КПСС, идеологическую ветвь советского государства. И это сразу сказалось на церкви, потому что ЦК КПСС как раз организовала вот эту вот волну атеистической пропаганды. И в этих условиях вот заслуга святейшего Алексея и роль этого юбилея, это вот как раз вот эта волна была пройдена. Это своего рода такой вот аккорд, как бы. Спасибо, Кирилл.